слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Программу радио государственной телерадиокомпании «Волга» продолжает передача «Прокуратура. Актуальный комментарий». Прокуратура. Прокуратура. Актуальный комментарий. Коррупционная деятельность относится к числу наиболее серьезных преступлений. За взятки, присвоение и растрату материальных ценностей, злоупотребление служебными полномочиями и другие коррупционные преступления законом предусмотрены строгие меры наказания. Но, несмотря на продолжающуюся многолетнюю борьбу с коррупцией, это явление остается большой общемировой проблемой. Тем не менее, нельзя сказать, что борьба с коррупцией не приносит положительных результатов. Они есть. И каждый, кто объективно следит за новостями по этой теме, думаю, со мной согласится. Регулярно из разных регионов страны приходят сообщения о выявлении и заслуженном наказании очередного коррупционера. Активно ведется борьба с проявлениями коррупции и в нашем регионе. Тему продолжает прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ульяновской области Олег Желтов. Сегодня предлагаю обсудить тему предупреждения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Как все понимают, служба государства предполагает выполнение задач, направленных на обеспечение его интересов и, соответственно, интересов всего общества. Однако находятся люди, которые, придя на службу, пытаются извлечь из этого личную выгоду. Подобный случай и свидетельствует о наличии конфликта интересов, в основе которого лежит заинтересованность чиновника в получении как им самим, так и его родственниками, свойственниками, друзьями, денег, имущества, иной выгоды. В ситуации конфликта интересов могут столкнуться и добросовестные служащие, которым с целью недопущения конфликта интересов необходимо принять определенные меры. Прежде всего, сообщить о его возникновении работодателю путем направления уведомления по установленной форме, а также принять конкретные меры по его недопущению. К примеру, член закупочной комиссии, узнав об участии в закупочной процедуре организации, директором которой является его супруга, должен взять самоотвод. Меры по предупреждению конфликта интересов необходимо принимать также работодателю, если ему стало известно о возникновении подчиненного личной заинтересованности. Что может быть отнесено к числу таких мер? Это, в первую очередь, изменение служебного положения служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения своих обязанностей. Отмечу, что поступление уведомления о возникновении личной заинтересованности является основанием для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. По итогам рассмотрения данного уведомления комиссия принимает решение о его наличии либо об отсутствии. Если конфликт усматривается, то комиссия рекомендует служащему, а также работодателю принять меры по его предотвращению. Наряду с этим члены комиссии могут признать, что служащий не соблюдал требования об регулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует работодателю применить к нему конкретную меру ответственности. Оговорюсь сразу, что нарушение, связанное с непринятием мер по предупреждению конфликта интересов, не является безусловным основанием для увольнения в связи с утратой доверия. При рассмотрении вопроса об ответственности служащего необходимо учитывать характер, тяжесть правонарушения, обстоятельства его совершения, полноту, своевременность принятых служащим мер по недопущению конфликтной ситуации, соблюдение служащим иных запретов и ограничений. Вот вкратце попытался раскрыть суть конфликта интересов, раскрыть особенности его возникновения, порядок предотвращения. Теперь, как я думаю, будут интересны конкретные примеры из нашей практики. Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о том, что личная заинтересованность в основном связана с извлечением материальной выгоды лицами, состоящими с должностным лицом в близком родстве или свойстве. К примеру, после прокурорского вмешательства в связи с утратой доверия в текущем году уволен начальник отдела культуры одной из районных администраций, по поручению которой на должность заместителя директора муниципального учреждения был назначен ее супруг с установлением ему персональных надбавок к заработной плате.
отмечу, что наше пристальное внимание приковано, как правило, к лицам, относящимся к категории руководителей, поскольку именно они больше всего подвержены коррупционным рискам. Так, вследствие ранее принятых нами мер за неурегулированный конфликт интересов, своих должностей лишились некоторые главы местных администраций. В частности, один из них способствовал незаконному получению его сыном бюджетной субсидии в рамках федеральной программы устойчивого развития сельских территорий. Другой, с нарушением требований законодательства о приватизации, передал в собственность хозяйственного общества, единственным учредителем которого является его супруга, муниципальное имущество. Или вот еще аналогичный пример, когда работник одной из районных администраций поспособствовал тому, чтобы его семья была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, что в последующем привело к незаконному получению социальной выплаты, потраченной не на улучшение жилищных условий, а на приобретение и последующее возмездное отчуждение третьим лицам строительных материалов. Что касается сфер правоотношений с высокими коррупционными рисками, то выделить из них какие-то конкретные сложно. Спектр данных правоотношений широкий. Это и закупки, и оказание государственных услуг, осуществление контрольно-надзорных функций, распоряжение государственным муниципальным имуществом, взаимодействие с бывшим работодателем и ряд других сфер. Одним из распространенных нарушений, которые мы фиксируем, является заключение главами сельских администраций контрактов на содержание муниципальных автомобильных дорог со своими родственниками. Часто основанием для вмешательства служат также случаи, когда руководители местных администраций заключают фиктивные договоры аренды транспортных средств. К примеру, после внесения в текущем году представления уволен глава администрации одного из сельских поселений, заключивший со своим знакомым договор аренды автомобиля, который фактически в пользу администрации не передавался, а денежные средства, выделенные из бюджета на горюче-смазочные материалы, были использованы им для заправки своего личного транспортного средства. То есть я правильно вас понял? Чиновник заключил договор о том, что он якобы арендует автомобиль вот у этого своего знакомого. Для нужд администрации. На самом деле никакой фактической аренды не было. Никакой фактической аренды не было, а предназначенные для данного автомобиля денежные средства он использовал для заправки своего личного транспортного средства. Кроме того, что он был уволен с муниципальной службы, нами в отношении данного чиновника инициировано возбуждение уголовного дела. Следует отметить, что возникновение конфликта интересов возможно не только на государственной и муниципальной службе. Стороной конфликта интересов могут быть также работники организаций различных форм собственности. В поле нашего зрения в первую очередь находятся государственные и муниципальные организации. В частности, в текущем году по представлению прокурора к дисциплинарной ответственности был привлечен руководитель муниципального предприятия сферы ЖКХ, который без согласия учредителя продал своему другу по заниженной стоимости принадлежащее данному предприятию технологическое оборудование. В результате вмешательства имущество возвращено своему законному владельцу. В своей работе мы не только добиваемся привлечения к ответственности виновных лиц, но и пресекаем нарушения, связанные с неправомерным привлечением служащих к дисциплинарной ответственности вследствие необоснованной квалификации сложившейся ситуации как конфликта интересов. То есть такие случаи тоже бывают? Да, такие случаи бывают на практике. И заключается в том, что комиссия по соблюдению требований к служебному поведению, а также работодатель вследствие неправильной квалификации ситуации как конфликтной применяет к служащему меру дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения. Принятие этих решений мы отслеживаем. И в том случае, если они были неоправданными, незаконными? Принимают соответствующие меры прокурорского реагирования. И какие это могут быть меры? Меры заключаются, как правило, в внесении представления, направленного на отмену решения о привлечении служащего к дисциплинарной ответственности. Если оно было принято незаконно. Отмечу, что в поле нашего зрения находятся не только конкретные служащие, работники, деятельность, отмеченная мною комиссией по соблюдению требований к служебному поведению, а также вопросы полноты и соответствия федеральному законодательству правовой базы, которая регламентирует соответствующий вопрос.
К примеру, вследствие реализации нашей нормотворческой инициативы представительными органами местного самоуправления, то есть советами депутатов, был устранен правовой пробел, связанный с отсутствием порядка уведомления о конфликте интересов главами местных администраций. Пробел заключался в том, что в случае возникновения конфликта интересов необходимо, как я уже ранее говорил, направить соответствующее уведомление работодателю. И дальше уже необходимо это уведомление рассмотреть и принять соответствующее решение. Однако вот этот механизм... Как это делать? Как это делать в отношении глав местных администраций, он отсутствовал. И вот благодаря нашему вмешательству этот правовой пробел был устранен. В нашей стране одной из форм государственной поддержки семей, имеющих двух и более детей, является материнский капитал. В федеральном законодательстве четко определено, на какие цели можно расходовать средства материнского капитала. В их числе улучшение жилищных условий путем приобретения жилого имущества. При этом в законе прописаны условия соблюдения прав несовершеннолетних детей. За соблюдением интересов несовершеннолетних следят правоохранительные органы. Об особенностях государственной регистрации права общедолевой собственности с использованием средств материнского семейного капитала сегодня нам расскажет прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Ульяновской области Ирина Хаярова. Как всем известно, с 2007 года в нашей стране реализуется дополнительная мера социальной поддержки семьям, которые имеют двух и более детей. Это материнский капитал. Право на получение материнского капитала и порядок его использования установлены федеральным законом о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Законом данным предусмотрен закрытый перечень использования средств материнского капитала. В частности, он может быть использован на улучшение жилищных условий. Вы сказали, на улучшение жилищных условий, а каким способом это можно сделать? Это может быть приобретение жилья на вторичном рынке, приобретение строящегося жилого помещения, в том числе в случае участия в долевом строительстве. Это может быть оплата кредита на приобретение жилья, например, как первоначальный взнос, или погашение основного долга и процентов. А на что необходимо обратить внимание при оформлении жилого помещения, купленного на средства материнского капитала? Важный момент – это то, что жилое помещение, которое приобретается с использованием средств материнского капитала, может быть приобретено только в общую собственность родителей и детей. При этом размер долей рассчитывается согласно договоренности обоих родителей. Это значит, что собственником новой квартиры будет вся семья. При этом закон не устанавливает ограничения относительно порядка распределения долей. Они могут быть определены любым способом. Главное, чтобы собственниками стали все члены семьи. Какая часть жилья может быть выделена детям, тоже определяется родителями, поскольку в силу возраста ребенок не способен решать данные вопросы. Следует обратить внимание, что в законе не говорится о том, что дети должны иметь родного отца, поэтому не имеет значения, одним человеком является отец детей или у них разные отцы. Это может произойти, когда один ребенок рожден в одном браке, а другой во втором. Ну а в случае, если жилое помещение изначально приобретается не в общую собственность, а на одного члена семьи, то для получения материнского капитала в пенсионный фонд обязательно вместе с заявлением о желании распорядиться средствами капитала необходимо будет предоставить письменное обязательство об оформлении жилого помещения в общую долевую собственность в течение 6 месяцев с момента перечисления пенсионным фондом денежных средств. Но при этом бывают такие жизненные ситуации, когда сразу после совершения сделки невозможно оформить купленное жилье в общую долевую собственность. Например, мат-капитал вкладывается в долевое строительство. Тогда право собственности члены семьи приобретают только после того, как, соответственно, дом ведут в эксплуатацию. Но бывает так, что за время строительства в семье рождается еще один ребенок, или дом, в котором куплена квартира, строится слишком долго, поэтому родители решают квартиру продать, купить другую. Получается, что средства мат-капитала уже использованы, 6 месяцев прошло, а доли детям выделять еще негде. В таких случаях, когда нельзя сразу оформить жилье в долевую собственность, член семьи, на чье имя приобреталось жилье, должен дать нотариальное обязательство, выделить долю на всех остальных, в том числе и на несовершеннолетних детей. Опять же, сделать это необходимо не позднее полугода, с того момента, как будет снято обременение с квартиры, если она приобреталась в ипотеку, или когда застройщик дом достроит и введет его в эксплуатацию. То есть все вот эти меры направлены на то, чтобы защитить интересы несовершеннолетних детей. Они в любом случае должны иметь свою долю в приобретаемом
жилье. Правильно я вас понял? Да, все верно. Это также предусмотрено законодательством. А что будет, если получатель материнского капитала не выполнит обязательства о выделении долей? Если родители не выделят долю ребенку, они нарушат свое обязательство. Это чревато неприятными последствиями. Родители обяжут выделить причитающуюся долю детям в судебном порядке или вернуть маткапитал обратно в пенсионный фонд. В отдельных случаях может дойти и до привлечения родителей к уголовной ответственности по статье «Мошенничество». Ну и, соответственно, возникнут проблемы с продажей такой квартиры, сделка может быть признана недействительной. Практика показывает, что, как правило, требования закона о выделении долей в рассматриваемых ситуациях соблюдаются, но единичные нарушения законодательства при использовании средств материнского капитала в ходе осуществления прокурорского надзора все же ежегодно выявляются. И в текущем году было выявлено 8 таких фактов, когда родители не исполнили обязательства о выделении долей детям и в приобретенном с использованием средств материнского капитала в жилом помещении доли выделены не были. Как правило, прокуроры в целях устранения таких нарушений, действуя в интересах детей, обращаются в суд с иском о признании их права общей долевой собственности на жилое помещение. К примеру, в июне текущего года были удовлетворены исковые требования прокурора города Димитровграда о признании за двумя несовершеннолетними права общей собственности на приобретенную их мамой с использованием средств от капитала квартиры. Эта квартира приобреталась в том числе с использованием средств ипотечного кредита, однако после погашения ипотеки и снятия обременений с квартиры нотариальные обязательства по оформлению жилого помещения в общую собственность родителей и детей исполнены мамой не было. И, как показала проверка, собственником помещения была только мать несовершеннолетних. Суд требования прокурора удовлетворил, обязал ответчицу в течение месяца после вступления судебного решения в законную силу оформить жилое помещение в общую собственность и определить детям доли. Следует отметить, что вот подобные нарушения характерны не только при покупке гражданами квартир. С аналогичными исковыми требованиями в июле текущего года в суд обращались в защиту интересов детей прокурора Новоспасского и Сурского района. Требования ответчиками были исполнены добровольно. Так вот, в августе до вынесения судебного решения были исполнены добровольно требования прокурора Сурского района ответчицы, которая, будучи матерью двух детей, приобретала дом и земельный участок, однако, вопреки действующему законодательству, не оформила в общую долевую собственность с детьми. Судебное заседание ответчица представила соответствующий договор об оформлении в общую долевую собственность жилого дома и земельного участка, вследствие чего производство по делу было прекращено в связи с отказом прокурора от иска. То есть она успела оформить договор до заседания суда? Да. Ознакомившись с исковыми требованиями прокурора, ответчица заключила соответствующий договор, и доли детям были выделены. И в заключение хотелось бы также обратить внимание на следующее. Нередко недобросовестные граждане придумывают множество схем, в соответствии с которыми обладатель материнского капитала предлагает обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не направить на предусмотренные законом цели. Такие схемы, какими бы они хитроумными ни были, всегда являются мошенническими. Они не только создают риск неполучения средств материнского капитала, но и являются основанием для привлечения обладателя материнского капитала к уголовной ответственности, а также и гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный фонд Российской Федерации. В зависимости от наличия различных факторов, уголовное наказание может варьироваться от штрафных санкций от 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет и взыскания 1 миллиона рублей штрафа. Таким образом, при оформлении в собственность жилья, приобретенного на средства от капитала, необходимо помнить не только о законности его использования, но и не забывать о предусмотренной законом обязанности выделения в общую собственность долей несовершеннолетних детям. Вы слушаете программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Передачу «Прокуратура. Актуальный комментарий» подготовили старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, звукорежиссер Светлана Дубровина и журналист Евгений Слюняев. Программу радио государственной телерадиокомпании «Волга» продолжает передача «Краеведческий калейдоскоп». Краеведческий калейдоскоп. О нескольких интересных достопримечательностях Сурского района нашей области сегодня мы вам расскажем вместе со старшим научным сотрудником музея Пластова Антоном Долматовым. Здравствуйте! Сурский район Ульяновской области – одно из интереснейших туристических направлений в нашем регионе,
с богатым историческим, культурным и природным потенциалом. Рабочий поселок Сурское, в прошлом село Промзино-Городище, одно из старейших поселений нашего края, основанное в 1552 году во время похода царя Ивана Грозного на Казань. Продвижение армии Ивана Грозного по территории современного Сурского района было исследовано ульянским краеведом, профессором, доктором культурологии Владимиром Александровичем Гуркиным. В книге-фотоальбоме «Лики земли Симбирской. Воздушные фотоэкскурсии по памятникам прошлого» Владимир Александрович отмечал: «В июле-августе 1552 года царь Иван Грозный прошел от Москвы через Владимир, Муром и Арзамас до Суры, где в районе бывшего Баранчеева городища, около современного села Барыжская Слобода Сурского района Ульяновской области, соединился с армией Мстиславского. В 12 километрах юго-западнее Барыжской Слободы, по реке Суре, на месте современного рабочего поселка Сурское, был заложен форпост для возможного отражения нападения с юга, получивший название по речке Промза Промзино-Городище. А на Никольской горе находился наблюдательный пункт самого Ивана Грозного. В нескольких местах по заранее подготовленным мостам была осуществлена переправа объединившейся армии через быструю и полноводную в те времена Суру. И далее войско двинулось по девственным полям, дубравам и лесам, а местные жители продавали воинам хлеб и скот. На речке Киватке в Сурском районе у современного села Кивать царь сделал остановку, так как была проведена церковная служба в честь праздника Преображения Господня. Владимир Александрович Гуркин также указывал, что войско царя прошлось по тем местам, где ныне села Никитина, Утесовка, Остродамовка, Чеботаевка Сурского района и урочище Еделева Майнского района. Затем войско двинулось на север по направлению к городу-крепости Свияжск в современном Татарстане. Таким образом, подытожил Владимир Александрович, можно с уверенностью говорить о том, что Иван Грозный первым из русских царей посетил в августе 1552 года территорию, относящуюся к Ульяновской области. И произошло это на территории современного Сурского района. Значительная часть тех девственных лесов, по которым прошло царское войско по пути в Казань, бережно сохранено в Сурском районе в первозданном виде благодаря организации в 1985 году Сурского республиканского зоологического заказника между реками Сура и Барыш. Считается, что Сурский природный заказник является южной границей Европейской тайги. Эта территория с богатейшей флорой и фауной находится под охраной. Здесь запрещены охота, рыбалка и хозяйственная деятельность. Однако, если, например, осуществить байдарочный сплав по Суре из рабочего поселка Сурское до села Барыжская Слобода, то можно попасть в эти удивительные места. Междуречье Суры и Барыша было местом, где знаменитый ученый-орнитолог и путешественник Сергей Александрович Бутурлин начал собирать свою коллекцию птиц в 80-х годах XIX века. Имя Бутурлина присвоено Сурскому природному заказнику. Среди достопримечательностей Сурского района в селе Кезьмино есть интересная усадьба второй половины XIX века купца Крылова, представляющая собой каменный двухэтажный дом, напоминающий средневековый замок. Однако самой известной достопримечательностью района является, конечно, Никольская гора в рабочем поселке Сурское. Когда в 2013 году телеканалом «Россия-1» и Русским географическим обществом был организован всероссийский конкурс на выбор 10 лучших природных, архитектурных и духовно-культурных символов страны, от Ульяновской области больше всех голосов получила именно Никольская гора в Сурском. Никольская или Николина гора, как ее часто называют, получила свое название из-за обретения иконы святителя Николая Чудотворца. Впервые об обстоятельствах обретения необычной иконы указал в своих записках доктор и Академии наук-адъюнкт Иван Иванович Лепехин, посетивший Промзино 22 августа 1768 года. Цитируем его записи. «Село Промзино-Городище стоит на левом берегу реки Суры, а городищем прозывается по остаткам земляного вала, ибо издавна в всем месте бывало пограничное место с кубанцами. С
сколько тому лет, никто не запомнит, как некогда кубанцы делали сильное нападение на сие местечко. Малое число жителей против многочисленной орды делали сильный отпор. И с посрамлением толпы своих неприятелей обратили в бегство. Сею победою сопряжена была и людская особливая набожность, ибо тогда у них при ключе на Белой горе явился образ Николая Чудотворца, которому все единогласно победу над кубанцами приписали, и знак своей благодарности сему святителю построили на том же месте изрядную часовню, которой после и монастырь присовокуплен был. Обретенная икона Николая Чудотворца на многие годы стала главной святыней богатого купеческого села Промзино-Городище. Икона была удивительной, она представляла собой каменный рельеф, о чем указано в ее описании в XIX веке. Икона святителя Николая в Промзине высечена на камне барельефом, фигура святителя выпуклая. Она имела длину около 1,5 аршина, ширину около 1 аршина, то есть примерно 106 на 71 сантиметр. Основная же особенность промзинской иконы – это образ святителя Николая с саблей в одной руке и храмом в другой. До настоящего времени сохранились только списки с иконы Николы Промзинского, или, говоря простыми словами, копии второй половины XIX – начала XX веков. В Ульяновской области изучением сохранившихся списков с иконы Николы Промзинского занимался с 70-х годов XX века кандидат искусствоведения Владимир Клавдиевич Цадикович, являвшийся ведущим специалистом по русской иконописи Ульяновского областного художественного музея. Именно он выявил и описал обнаруженные в нашей области иконы. Иконы были самые разные, написанные на досках, гипсовые рельефы, деревянные резные. В фондах Ульяновского художественного музея, например, хранится икона, гипсовый рельеф конца XIX – начала XX веков, на которой указано копия святителя Николая Чудотворца Промзинского. Количество выявленных списков с иконы Николы Промзинского дало основание Владимиру Клавдиевичу говорить об особом почитании образа святителя Николая в Симбирской губернии. Есть упоминание о том, что изготовлением списков с иконой Николы Промзинского в Симбирской губернии занимался в молодости знаменитый скульптор Степан Дмитриевич Эрзя, уроженец села Баева Алаторского уезда Симбирской губернии. Алаторские исследователи-краеведы Владислав Николаевич Кирсанов и Николай Петрович Головченко в историко-краеведческом очерке о селе Ахматово, посвященном алаторскому периоду жизни Степана Эрзи, приводят такие слова великого скульптора. «После окончания начальной школы я решил заняться лепкой скульптур. Километрах в 40 от нашей деревни была довольно высокая гора. На вершине ее стояла часовня в честь Николая Чудотворца. В часовне находилась деревянная скульптура этого святого. На поклонение туда приходило много богомольцев. И вот я задумал одно дело. Снял из глины форму скульптуры святого и начал повторять его в гипсе, раскрашивать статуэтки под дерево, как в часовне, и продавать. Однако платили за них очень дешево, а делать их стоило немало труда. Мое предприятие быстро лопнуло». Таким образом, вполне возможно, что некоторые сохранившиеся гипсовые рельефные иконы Николы Промзинского могли быть созданы самим Степаном Эрзей. Иконы, которые изготавливал молодой скульптор Степан Дмитриевич, паломники могли приобрести во время празднования Николы Вешнего 9 мая по старому стилю или 22 мая по новому. Именно в этот день особенно много приходило людей в Промзино из Симбирской и соседних губерний. Дореволюционный исследователь Иван Федорович Токмаков в своей работе «Историко-статистическое и археологическое описание села Промзино-Городище Алаторского уезда Симбирской губернии» опубликовал несколько историй исцелений от иконы. Например, в 1868 году крестьянин села Крестниково Симбирской губернии, ныне это село в Цельнинском районе Ульяновской области, Афанасий Абрамов, 27 лет, сильно заболел и дал обещание Николаю Угоднику сходить в Промзино в день весеннего праздника святого, если выздоровеет. Болезнь отступила, и он занялся посевом яровых, затем стал готовиться к озимым.
Лишь жена напоминала ему об обещании. И однажды у Афанасия Абрамова отнялся язык. Весть об этом пронеслась по селу. Родная тетка и три старушки согласились сопровождать его в Промзино. Там, в церкви, он отстоял службы, был на молебне с водосвятием. Несколько раз приложился к чудотворной иконе, испил освященной воды, помолился в часовне на горе. И, выйдя из часовни, вдруг проговорил: «Ах, как здесь хорошо!» О произошедшем рассказали священнику Андрею Зефирову, благословившему крестьянина остаться в Промзине, поговеть, исповедаться и приобщиться святых тайн. Вот такая история. Есть и другое свидетельство, не менее интересное. Жены народного художника СССР Аркадия Александровича Пластова Натальи Алексеевны Пластовой. 100 лет назад, в 1921 году, в Поволжье разразилась настоящая трагедия – голод, засуха. В отчаянии решено было пронести икону Николы Промзинского по Симбирской губернии. Наталья Алексеевна об этом событии так вспоминала. «Тогда подняли Николу Промзинского. Какой страх был! Никогда, как появился, не уходил он с горы в Промзине. А тут его несли крестным ходом от села к селу в город. В каждом селе в церкви он побывал. Вышли его встречать всем духовенством города и несметно народу. Весь Симбирск, наверное, был. Его высоко несли. Народ со всех сел, где шел, следовал за ним. Несли на плечах, высоко, весь в лентах, издали, как по воздуху плыл. Как увидели, все на колени упали, вопили со слезами: «Заступник отче Никола!» Все архиереи и священники со всех церквей вместе со всеми на коленях стояли, молились. Стоим все в пыли, а небо пустое, знойное, белое, вроде солнце жжет, а все бесцветно, пыльно, мертво. Как он подошел, встали с иконами, стали молебен служить. И тут еще молебен не кончился, в небе как бы что-то сделалось. Ударил тяжелый гром. Все стояли на коленях с иконами. И взмыла туча, и ударил ливень. И толпы народа шли полем под реками. Все хоругви и иконы плыли под дождем. А дождь был как река, хлестал и хлестал, пока крестный ход уже в Симбирске не стал делиться и расходиться по церквям. Свидетельство Натальи Алексеевны Пластовой интересно своим непосредственным эмоциональным восприятием. Никольская гора была связана и с событиями празднования победы в Великой Отечественной войне в 1945 году. Через несколько дней после объявления об окончании войны огромное количество людей съехалось в Сурское на Никольскую гору. Вот как об этом написал ульяновский доктор исторических наук Олег Ринатович Хасянов в статье о крестьянских послевоенных праздниках. 21-22 мая 1945 года, в день праздника Николы, на Николиной горе собралось богомольцев больше 7 тысяч человек из разных районов Ульяновской области и Мордовской автономной Советской Социалистической Республики, которые пожертвовали около 11 тысяч рублей в фонд помощи детям фронтовиков. Можно представить простых крестьян-колхозников, тех самых тружеников тыла, что в годы войны, сами не доедая, растили и собирали урожай, собравшимися вместе на Николиной горе в Сурском в мае 1945 года. Это было невероятным событием и по количеству людей, и по их эмоциональному состоянию после одержанной победы в войне. О том, как в послевоенные годы совершались праздники на Никольской горе, рассказал сурский художник и иконописец Александр Степанович Гордеев. В послевоенные годы уже не было почитаемой иконы и часовни на горе, но живы были люди, знавшие саму икону и старые традиции ее почитания. Александр Степанович отмечал, что накануне дня празднования прибывали паломники из Ульяновской области, из Мордовии. Многие располагались прямо в лесу. Ночью лес был ярко освещен из-за многочисленных костров. Ночью и утром на каждом святом колодце проводили службу священники, после чего люди совершали омовение. 22 мая, по словам Александра Степановича, Никольская гора была как муравейник. Приходили больные люди в надежде получить исцеление. От центра поселка до самой горы сидели безрукие и безногие инвалиды, и среди них были участники Великой Отечественной войны.
в самом поселке устраивали ярмарку. Еще в дореволюционные годы Промзино славилась и богатела хлеботорговлей. Хлеб и хлебобулочные изделия были основой ярмарки. Сурский хлеб до сих пор остается тем товаром, который обязательно покупают туристы. В настоящее время туристы, посещающие Сурское, могут увидеть и посетить знаменитую часовню, восстановленную на вершине Никольской горы. Приезжают в Сурское, на Никольскую гору, люди, которые просто хотят увидеть невероятно красивое место. Так, например, сурский краевед, писатель и путешественник Владимир Николаевич Кочетков восторженно отмечал: «С вершины вид любого проймет, простор, дыхание перехватывает, видно далеко, птицы парят рядом, кажется рукой достать, а чуть дальше глянешь – леса, овраги, река петли вяжет, и поселок как на ладони, крыши на солнце блестят, дома друг другу жмутся». Севернее горы в лесу благоустроены купальни на месте святых родников. Есть старинный родник и под Никольской горой. Для всех энтузиастов истории родного края и любителей здорового отдыха Сурский район – одно из самых интересных мест в Ульяновской области. Вы слушали передачу «Краеведческий калейдоскоп». Над программой работали старший научный сотрудник музея Пластова Антон Долматов, звукорежиссер Светлана Дубровина и журналист Евгений Слюняев. Всего вам самого доброго и до новых встреч!